Одесса, 28 августа, 3 часа 55 минут утра. В Одессе раздается сигнал воздушной тревоги. Через пару минут поступает информация. Зафиксированы пуски калибров с Черного моря. Все в укрытии. Одесса, Николаев, Херсон. Ракеты летят в вашу сторону. Тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесских областях. Через небольшой промежуток времени информация обновляется. Ракеты летят через Николаевскую область в сторону Кривого Рога и Днепра. Направление Одессы пока все чисто. Минут через 8-10 поступает информация. Слышны взрывы. Кривой Рог, Днепропетровск. Там работает ПВО. Идет сбитие ракет. Вчера вечером, 27 августа, поступало сообщение. Российская Федерация вывела в Черное море на боевое дежурство ракетный фрегат «Адмирал Макаров» 8 крылатых ракет «Калибр». Видимо, ракеты запустили именно с него. Сообщается, что часть ракет повернула и летит в сторону Черкасской и Киевских областей. Если оставшиеся ракеты летят в сторону Киева, то там их и похоронят. В Киеве ПВО, которое просто непробиваемое. Сигналы тревог звучат уже в Винницкой, Хмельницкой и Житомирских областях. Воздушная тревога объявлена уже в западных регионах Украины. Поступает информация, что в Одессе и области пока все спокойно, в нашу сторону ракеты не фиксируются. Ракеты идут курсом на северо-запад. Воздушная тревога звучит уже во всех регионах Украины. 4 часа 40 минут утра. Поступает сообщение. Воздушное пространство над Украиной чистое, идет доразведка. Возможно, скоро будет отбой. Вот так утро 28 августа началось во всей Украине и в Одессе. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, берегите себя, пожалуйста, всем самого наилучшего и даст Бог. До новых встреч!